Всем привет! Мы с вами находимся в супер теплом и солнечном месте Хавайи, где стартуют зимние соревнования по серфингу Winter Surf Challenge. Это будет весело и тепло. Привет, меня зовут Люда. Всем привет, меня зовут Эд. Меня зовут Саша. I'm Ben Hergott. Я принимаю участие в соревнованиях по серфингу Winter Challenge. I live in Bells Beach. So it's a funny time of the year to come to Russia, to the Far East. Живу на Сахалине, катаюсь там. Впервые попробовал здесь серфинг зимой. Моя серфингом первый год. И поскольку 9 месяцев у нас зима, то приходится ловить волны зимой. Не могу описать, почему я этим занимаюсь, почему именно зимой. Это особое чувство. And all weekend snowboard in the morning and surf in the afternoon. Нельзя это на самом деле сравнить ни с чем. Сложно после этого переходить на лыжи и сноуборд зимой. Yeah, Russians are just, they're very driven. It's not about just drinking vodka at all. After 5 minutes you get respect if you're a good dude. What's the plan? The plan is not to freeze to death. Пойдем. Winter Challenge, как бы, настоящий. Вообще не холодно, пацаны, смотри.